Привет всем! Вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить игру Condemned Criminal Origin. Так, в прошлой серии... Ой. А, он прыгать-то у нас не умеет. Что здесь можно сделать? Рука манекена. Можно взять руку манекена. Какую? Вот эту же? Так, мы в прошлой серии... Что мы сделали? Мы куда-то в поезде там, да, что-то прошли. Что-то взяли. И, в общем... Оказались вот в этом месте. Хранать не да, и может бомбить что-то за место. Да тут ничего такого нет. Как-то нету, здесь могут быть скелеты птиц. Что взять? Что-то взять. Вешалку взять? Зачем мне вешалку? Вешаться мы собираемся. Понятно. Это вешалка? Да. Пойдем посмотрим, что нас ждет. Вот что с тобой будет, когда ты нам попадешься. Хмыря. Человек в оранжевом костюме. А что тут не пролезает? Доска с болтами? Сам ты доска с болтами, не нужна нам доска. Походу туда что ли? Да, туда. О. Так, давайте двигаться дальше. Мы есть продвигаться чуть-чуть, чтобы биться. Доска, чуть-чуть. Доска, доски один. Ну хмык, давай полбу тебе долбанем. Выходи. Леопольд, выходи, подлый трус. Ну-ка. Так, нам надо только в ту сторону. Наверное. Ты умрёшь. Да, я тоже это слышала. Хрен тебе умрёшь. Речку пожуй. Что такое доска с болтами? Походу, она наверх. Переползай туда наверх. Наверх. Да, только наверх. Жесть, как же здесь все мусорно. Отвратительно. Переползет? Нет. Хмыхаш. Давай сюда сходим. Может быть вниз. Ух ты, смотри, он кто-то наверху. Туда можно? Деловой. Чё? Лив, оставь. Лив, миалон, оставь меня. То есть нас предупреждают сейчас, да? Не надо лучше идти, оставьте это дело. Это то, что с тобой будет, да? Да, или вот действительно. Ну ладно, вы нам угрожаете. Давай-ка... О, шок. Давай. Шокером. Бомби его, давай. Еще раз давай, о. Чё у него с лицом? Очки. А, шлем. А, это шлем? Да, что-то фиговый. Смотри, какой-то он маленький. Смотри, я на нём прям стою нормально. Потри на нем ботинки и прыгай. Да, вот так вот. И отложи пасту. Ладненько, пойдемте-ка. А, они на путь расчищали. Ну, пойдем туда, спасибо, что расчищали. Пойдем, сходим. Вы нам сами указываете, куда идти. Аптечка нам не нужна, не нужна. А куда он исчез-то, кобзец? Убежал. Кобзец Петрович. Та-дач, та-да-дач. Пожалуйста! Нет! Сдвинь. Ой-ой-ой, сдвинь субъект. Давай уже двигайся. Чё, не можешь пройти? Есть твика. Двигай это. Давай. Да, идем, потом дальше. А я думаю за ним, да там ничего нет. Зачем вот столько этих коридоров? Ну это сделано? Вот такое здание, да такое. Да тут везде такие здания. План здания, мне проект. Нравится, проект. Что очень много здесь коридоров. Да ладно, ничего просто страшного. Вроде ты бы... просто двигайся вперед и все. Вот значит сюда. Сохранение контрольной точки. Так. Пупки выживы. Хмырь, давай беги к нему. Бей его, беги. Ой, что он ожил-то? Да это живой был, я так и знал, что он здесь заныкается. Бей его, бей. Вон того хмыря бей, он в маске. Че он стоит? Тебя ждет. Давай шокером его. Давай шокером. Фигачи его, подходи. Дай я ногой его долбану. Ты Санта-Клаус недоделанный. Давай, бей его. Все, отлично. Так, что там за хрень? Что у него с башкой? Да у него маска одета, маска. Доска с болтами. Ну, слушай, это было несложно. Они под манекены, что ли, так, маскируются? Так, рожбас. Бери рожбас.
Обрез. Бери обрез. Зачем нам обрез? А уже кто-то будет по-любому. Если он лежит, значит он нужен по-любому. Бери. Не зря его дают, видишь? В голову, в голову. Все, 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 все. Целься в голову. Такой крутейшн идет, да, к нам? Видел? Ну да. Блин, да что это за фигня? Стреляй. Че это за хрень? Куда он пошел? Пошел, он пускай он живет. Пойдем туда. Пойдем, нам не нужно. Дело, мне не нравится вот эта фигня. Да возьми, да, она пол экрана зафигачила. Где наша труба? Вон она, бери снизу. Шокером его долыни, потом... Такой гуляет, делал. Шокером, ногой, а потом дубинкой. Ты его можешь не бить, можешь, пойдем туда, пускай он сидит там, отдыхает. Песенькой. Так, сэр. Оставь меня в покое! Жми расследовать прибор. Так, давай расследуем. Вон тут накапано чем-то. Готова принять данные. Хорошо, принимай данные. Не туда. Пойдем вперед, про него там в жижу. Вон вот эта жижа. Вон там, да. Туда, проходи, проходи. Так, и здесь что это у нас, краска? Кровь? А вот, отлично, вот, краска. Есть. Принимай и говори, пальца нет. А, одного пальца нет. Помнишь, она говорила, что у какого-то пальца нет? Не-не-не-не, и думаю, поближе. Вот так вот все есть. Ну, что ты скажешь нам? Изображение получено. Отпечаток правой руки, не хватает правого указательного пальца. Это совпадает с тем, что мы получили с места преступления. Я обработала все отпечатки, и Томас, отпечатка, который ты снял с магнитофона на станции метро, нет на этой руке. Я не понял, что это значит? Я не уверена. Я просто говорю, что отпечаток с магнитофона не был оставлен той же рукой. Аптечку возьми. Ой, что такое, блин? Не получилось. Это кто? Блин, это что за хрень? Опять прибор у нас? Опять прибор нужен. Представляешь? Для начала нам нужна аптечка. Давай, 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 хорошо, бери прибор. Так, давай. О, да, правильно, прибор. О, еще хрень какая-то. Это? Есть. Отлично. А, это кровь, наверное, да, которую... Да? Только что показали в заставке. А, от мозгов. Что жертве нанесли тяжелый удар. Высота крови на стене указывает на то, что это, возможно, был удар в голову. Стервоза, ты что там ломишься? Где твой муж? Идите, ешьте мясо. Так, улика указывает, что еще одна жертва, что-то там такое. Доказывающая еще. Ладно, пойдем. Пойдем, пойдем. Продвинемся подальше. Так, можно подальше. Еще здесь что-то посмотреть? Уйди за стервозой этой. Вниз, она вам показывает, куда идти. Там все обсыкано, обдристано, понятно. Пойдем. Может быть, она мужа пошла искать. Бей! Ох ты, как полетела. Ты боулинг ходячий. Кобья, ты что, ты больная, что ли? Смы какая, она у нее получше. Жесть, вообще какие-то серые люди, да? Уже смы, смотри, это манекен какой-то, как будто бы, да? Кобья, сумасшедшая. Ладно, пойдем, ну её нахрен. Это кукла какая-то. То есть теперь тут непонятно, кто живет, кто не живет. Пойдем в дверцу зайдем, да? Да ладно, хорошая не бей маскировка, их. Мистер манекены. Да ты маги вышел, никого нет. В ты дверь пойдем. Ты мертв. Да иди ты сам. Все угрожают нам. Ага, значит, только туда, правильно, побежали. Опять так, прибор. Расследование. Да ёптель, боптель, боптель, оптель. Какой нам на этот раз нужен? Опять эти лужи искать. Давай, чем поищем. Вот, вот. О, эта хрень. Это значит... Слушайте. Тащили тело, да, значит? А, вот давай здесь, наверное. Ну что, здесь? Сюда, вот, сюда, вот. Сюда, сюда, сюда. Сюда. Давай, давай, где? Сколько его тащить-то мог? Есть, все здесь. Да, блин, нет, ни хрена. Ой. Ой-ё. Есть, здесь. У. А почему что? Мы ничего не расследовали? Чувачка кто-то скинул, смотри. Здесь кувалда. Бери кувалду. Найдите путь. На ней. Бей его тихонечко. Ой-ой-ой. Током, током бей. Давай. Подходи, бей его. Давай, подходи. Ногой.
Ой, да я от кувалды ему трындец. Да, все, все мозги будут выбиты. Ладно, пойдем отсюда тогда. Здесь, по-моему, ни хрена. Вот это попробую ударить. Ничего, я, может, там проход. Как у Буратино. Помните, у этого проход был, да, там? Mm-hmm. За этим, за котлом. Надо было разбить. Нет, не сюда, наверное. Куда нам тут? Че, мы обратно что-то пришли? А нет, что-то другое, да? Может, кувалды разбить что-то надо? А сюда можно? Так, это вот мы сюда, собственно говоря, вот. Нам, наверное, кувалда понадобится. Давай обратно сходим, сейчас посмотрим. То, что мы что-то, помнишь, как-то шли-шли по этому прибору, не осмотрелись, ничего. Ну хорошо, мы взяли кувалду. Блин, мне не нравятся эти манекены вообще, они только стоят. Да забейте на них. Уже что он заорал-то? Он живой был. Ах ты хмырь поганый, живой. Прибор. Если что, прибор. Прибор. Ой, не прибор, а этот шок. Давай. Подходи, бей его. Все. Не все. Охренеть, какой ты живучий. Ой, что у него с головой? Смотрите, да, жесть вообще. Какой-то он обгорелый нахрен. Ладно, похоже, мы правильно идем. Ага. Раз что-то происходит. Чучело. Может, стенку долбануть? Вот эту дверь можно долбануть? Вот эту попробуй долбень. Ну, ничего. Ни хрена. Не, я думаю, у нас будет написано, если что. А, вот эту дверь, наверное, долбить, может быть. А может быть, нет. Пишет что-нибудь. О, еще. Кувалда. Блин, хмырь. Что ж тебе не надо? Ничего, это почему? Давай, кого нам тут садануть? Так. Так, так вот сюда, наверное. Птичка нам не нужна, но ну, чик-чипок, спиртяшки. Это туда обратно идешь. Туда тогда иди. Туда, обратно. Что-то не припомню я эти дверцы. Почему? Давай, давай. Мы только что здесь были. Ты чего ты? Туда иди, туда. Куда? Вот сюда? Да. Уверен? Ну да, ты же говоришь обратно найти, мы иначе правильно идем. Вот эти двери. Мы здесь были. Мы здесь шли по следам. Ну. Вот здесь только эти двери и все. Ну, значит... Там я уже бошки оторвала. Ну, значит, тогда мы не туда пошли. Значит, надо было туда идти, откуда мы пришли вообще изначально, где кувалду взяли, понимаешь? Значит, что-то тут дверь раздолбить надо. Где здесь проход? Мне слишком тяжело, видишь, как тужится. Да ладно, не сади его. Да пойдем где-нибудь проход найдем, нам бы смыться отсюда поскорее. Какое-нибудь другое место. Ну-ка, о! Есть! Отлично. Хорошо. Что? А! Есть вот. Орать! Я тебе покажу, кувалда. Вот сейчас правильно идем, отлично, пойдем. Шокер! Уходи! Уходи! Стреляй, хмырь какой-то! Вот эта падаль стреляет. Жесть. Я ему, кажется, зубы выбила. Да как, ну, хоть один да выбила. Нам нужна эта хмырёвка. Жесть, у нас 10 патронов садил, наверное. Так, пойдем нам назад. Нужно здоровье. Да там нет, ничего не было, ты там съела его. Если у нас еще постреляют... Блин, манекены и Шокер! Все. Хмырь! Пойдем, сейчас где-нибудь здоровье. Это здесь новогодняя тематика. Ой, ой, тихо, ой, тихо, тихо. Ой, ой. Шокер, шокер. Подходи. Хочешь ружбас возьми? Возьми ружбас. Твадюга. Не, не, он мертвый. Возьми ружбас, если хочешь. Я хочу аптечку взять. Вот что ну, я блин, хочу. Блин, а где ее взять? Аптечка, это где это пока ты? Единственное, что я хочу взять. Чё это такое? А, это дверь вертушка, понятно. Ну ладно. Ладно, давай возьми где-нибудь аптечку тогда, если сможем. Расследовать нажать прибор какой-то. Да и что там расследовать? Там расследовать нечего. Не, ну может все-таки есть, надо улики и это.
Иди. Ну ты... что, ну, где расследуем? Прибор нажми. Вот жми. Ну жму, вот, давай. Ищи. Что? Ищи зеленый хрен. Что не так? Не здесь, что-то по кругу крутишься. Вон там ищи где-нибудь. Ищи. Если сказано. Ой. Вот. Вот он, хрен, след. Иди по нему. Где? Назад иди, назад. Почему назад? Вот сюда. Мы отсюда пришли, по-моему. Давай. Найдите другой путь по ту сторону. Ну чего тогда? А, ну все, он сам убрал. Ну ладно, мы тогда вот сегодня тогда так вот поиграем, здесь, да, у нас вот так вот время. Что у нас сегодня Санта-Клаусы бегали, да? Манекенные. Ну, продолжим следующую серию, да, вот так у нас сегодня по времени. Сыграли не так, как хорошо. Хорошо. Ну, прошли. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки. Всем удачи, пока, смотрите наше прохождение. Спасибо, что с нами. Пока.